30 марта в школе номер 16 состоялась встреча жителей с представителями администрации и депутатами. Перед горожанами выступили первый заместитель главы города Артем Липатов, заместитель главы по социальным вопросам Дмитрий Буфетов, а депутаты Алексей Коротыч, Александр Иванов и Ольга Крат рассказали о своей деятельности и отметили, что жители могут обращаться к ним с проблемами и пожеланиями. Сначала я расскажу о направлении первого заместителя главы города. Дмитрий Владимирович расскажет о направлении социальном, что делается у нас в городе. Потом депутаты расскажут о своей деятельности, а потом будете задавать вопросы, мы на них постараемся ответить. Артем Липатов рассказал о деятельности администрации, об итогах работы служб и жизнедеятельности города в режиме ЧС, введенном 15-16 марта, о том, какие меры были предприняты службами для того, чтобы минимизировать последствия снегопада. Помимо этого, первый заместитель главы рассказал горожанам о порядке проведения электронных торгов, проектах развития Новотроицка как моногорода, о привлечении инвестиций и многом другом. Горожане задавали вопросы о ремонте дорог, содержании мест общего пользования в многоквартирных домах, работе ТРС и другие. Некоторые жители задают вопросы о выгуле домашних животных и отмечают, что не мешало бы ввести в нашем городе практику уборки за своим питомцем. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы, а те случаи, которые требуют частного разбирательства, взяты на личный контроль. Под занавес встречи жители поблагодарили представителей администрации за уделенное им внимание и конструктивный диалог.